Лошакова, 5 лет, город Ставрополь, детский сад номер 46. Наталья Мигунова, первый день весны. В детском садике сказали, завтра первый день весны. И поэтому всю ночь мне снились радужные сны. Снились бабочки, стрекозы, мать и мачехи цветы. Снилось мне, что распустились у сирени все кусты. Я проснулась утром рано и притихла у окна. Во дворе лишь снег усталый. Мама, где же там весна? Вдруг она в лесу дремучем заблудилась без дорог. Неужели путник смелый проводить ее не мог? Мама нежно улыбнулась. Не заблудится весна. Пусть немного с опозданием, все равно придет она.